Thank you.
заметили, дураки. Красавец какой, ты посмотри, а, что творит. На самом деле, мне кажется, это лоховство.
показывал сейчас. Черный флаг, смотри, оранжевый круг. Не знаю. Не знаю. Тебе показывал? Вроде да. По-моему, он просто с ним стоял. Не, ну как ты его вывесил на трассу? Ничего не значит, может, там вопрос? Да, желтый показал. Какая-то уже. Держал совсем не очень.
тебя где? У меня вон там. У тебя до нее или как? Или до трибуны? Да, давай лучше в нее, потому что я что-то своих ребят не вижу. Похоже, они уже уехали. Ну что, что скажешь? Ну, все плохо. Все плохо, да? Ну как, для среднестатистического как бы водителя нормально, а по траекториям слишком узко едешь, ну, входишь узковато и выходишь узковато тоже, то есть не используешь всю ширину дороги на входе. Тормозишь вяло, то есть по торможению на сухом асфальте там гигантский запас, можно тормозить больше, ну, и понятно, интенсивнее. Да, торможение я знаю, что... Вот. Траектории, ну, траектории, сами повороты более-менее нормальные. Единственное, если надо, хочешь ехать быстрее, то по ребриков надо касаться все-таки внутренним колесом. Вот. Как минимум. А лучше, конечно, резать целиком по ребрикам. Ну, я попробовал, просто очень сильно долго. Конечно, ну да, это уже дела такие подвесочные. Вот. Так что секунд 5 по сухому снять как бы можно легко. Но основное — это вот торможение и узкие входы. То есть вот траектории у тебя недостаточно широкие. Понятно. Ладно, спасибо, Витя. Пожалуйста. Буду пытаться над этим работать. Давай. Ну давай, пока. Я поеду, наверное.